Свобода в интернете, вот об этом говорим. За свободу интернета, да, там то, что мы говорим, я в середине. Я считаю, что должен быть какой-то контроль, по-любому, потому что сейчас мир очень опасный. Надо знать, кто вошел, кто писал, где он находится. Я считаю, что это правильно, потому что мы хотим прийти с друзьями, с семьей на какие-то мероприятия и не бояться. Я считаю, что это правильно. С другой стороны тоже, человек хочет жить чуть-чуть инкогнито, да? Войти куда и так далее, чтобы не знал, что он туда вошел. Но я, честно, 50 на 50. 50 на 50. И, но то, что там закрывает, да, да, эти спам и так далее, я считаю, что это надо обязательно. Потому что это страшно, не надо, даже с ребенком, да, сидишь, какие-то информации, эти, постоянно что-то летает и так далее. Надо всегда быть на чеку, чтобы быстренько закрывать все это. Это надо бороться обязательно. Это обязательно. А к авторскому праву как относится? Ну, смотрите, там, допустим, да. Вот сейчас YouTube-то некоторые каналы закрывают из-за чего? Из-за того, что они выкладывают там сериалы. Да. Ну, обычные пользователи скачивают, да, и выкладывают сериалы. Вот. А правообладатели сериалов, к примеру, против этого, да? Да. Вот. То есть они просят YouTube убрать, закрыть эти каналы, да? Я вот согласен. Там торренты закрывают, чтобы нельзя было скачивать бесплатно музыку, да, чтобы нельзя было скачивать бесплатно фильмы. Но не только музыку и фильмы, но также и там, вот кто там готовится, да, там учится в университете, да, он же не может уже теперь бесплатно там скачать диссертацию чью-либо, чтобы взять себе научную, он должен за это заплатить. То есть, опять-таки, с одной стороны, как бы защищается авторское право, с другой стороны, те же студенты, к примеру, не могут бесплатно теперь, да, а студенты, ну как, ну были студентами все, да, откуда деньги, ну как бы тоже, да, и еще не знаешь, пригодится тебе эта информация или нет, которую ты скачиваешь. Но вот об этом, авторское право, вот вы как к этому относитесь и к закрытию, соответственно, каналов там, да, получения этой информации, то есть искать, но, то есть нельзя будет скачивать бесплатно, нужно будет денежку платить, да, нельзя будет там посмотреть онлайн бесплатно, нужно будет денежку опять платить. Вот как к этому относитесь?